Почта России начала принимать коммунальные платежи онлайн. На сайте ведомства запустили новый сервис. Он уже охватывает более 3000 компаний ЖКХ, а также мобильных операторов и интернет-провайдеров. Пока сервис работает в тестовом режиме, в этот момент на портале доступна оплата услуг коммунальных компаний, интернет-провайдеров, спутникового телевидения и мобильных операторов. Для первоуральцев список пока не полный, на почте надеются, что к лету в нем появятся все городские управляющие компании и энергетики. Пока жителям предлагают оплачивать счета, не выходя из дома, с помощью почтальонов. У каждого из сотрудников при себе есть оборудование, позволяющее принимать платежи. Эта услуга уже популярна у пожилых людей. С начала года ей пользовались более 45 тысяч первоуральцев. В телефоне находится программа, которая с данным устройством дает возможность оплачивать коммунальные услуги на дому без комиссии. То есть вам не нужно идти на почту, вам можно у почтальона оплатить квитанцию.